Интересный проект сейчас играет. Проект называется Mystical Вещь. Inside My Heart. Это три музыканта объединились. Маркус Сент, Алекс Сент Файлс и Калибр. Сделали замечательный просто релиз. Давайте с вами послушаем. Inside My Heart. Три человека: Маркус Сент, Алекс Сент Файлс и Калибр. Мы будем слушать все эти пластинки еще после. This is MC Conrad, bigging up the Storm Crew, right across Moscow and all of Russia. Check it out. С вами программа «Шторм», и по-прежнему с вами здесь драм-н-бейс музыка и много-много интересной информации. Но продолжает стоять замечательные пластинки проекта Mystical. Вещь называется Swing Time. Время качаться. Swing Time. Или меняться. Не знаю, что здесь. Swing имеется в виду. В общем. Время качнуть. Глубокий-глубокий английский язык. Он такой глубокий. Я просто вспомнил слово «свингерс» и с нехорошим его значением. Вот поэтому и подумал. В
почему не с хорошим? Очень даже хорошим. Но свинги, да. Окей, слушаем с вами проект Mystical и дозваниваемся Дэнни Бёрду, которому сейчас должно быть интервью в нашей программе. Peace.
Привет, это Джон Би. Вы слушаете Шторм на Динамит FM. Москва хорошо? Я поехал домой. Спасибо. Старый парень по имени Нико не дремлет. Его лейбл No U-Turn процветает. Один из самых последних релизов лейбла No U-Turn. Проект называется The Visitors. И трек, соответственно, тоже называется The Visitors. Прямо на главном, на главной стороне пластинки. Очень хорошо все звучит. Давайте с вами послушаем. Действительно замечательная пластинка. Очень хорошая. Это программа Шторм. С вами Грув. И Новак АК-47. Storm Crew. Everywhere. Spaceman A. И вещь очень с очень весенним названием. Глобальный террор. Так и называется Global Terror. Очень мясная вещь.
Отличная вещь, которая называется Junk Set, это Link Saint Germain. Blade License Recordings. Очень хорошая Bulletproof. Вещь называется The Clink. Cyanide Records. Drum and Bass из Новой Зеландии. We'll be right back.
очень мясная пластинка. Проект Bulletproof, вещь называется The Clink. Окей, мы с вами не прощаемся. Встретимся буквально через несколько минут. Продолжается программа «Шторм». По-прежнему все, кто хочет слушать Drum & Bass, они здесь с нами, прямо сейчас с нами. Не выходит пока на связь Дэнни Бёрд, у него выключен мобильный. Мы связались с его администратором только что, и он сказал, что парень, наверное, просто в метро едет. Окей, ну что ж, ждем, пока он едет в метро, и слушаем с вами проект Vector Burn. Сумасшедшая вещь, которая называется Frozen Light. Еще раз хочется вам всем напомнить, дорогие друзья, что 24 марта в клубе «Бармалей» состоится акция «ATM Party». Приедет играть человек, который является главным редактором журнала ATM, это ведущий журнал о Drum & Bass культуре в Лондоне. Он приедет сюда со специальным сетом. Что-то хочет сказать по поводу этого сказать Андрей? Ох ты, боже мой. То, что он белый. Ну, понятно, это очень хорошая информация. Все пройдет это в клубе «Бармалей». Начнется акция в 17.00. И будут на ней играть, помимо Френдика, диджей Дэн, Myself, Новак. А, вот, очень важная информация. Акция посвящена не только нашему удовольствие и прочим утехам джанглистов, но и открытию нового английского, точнее, портала об английской культуре в России. Называется этот сайт www.clickuk.ru. clickuk.ru. Да. Хочу сказать, что с точки зрения дизайна он выполнен просто безукоризненно, так же, как и с точки зрения наполнения, то есть контента, модное слово. Вот, то есть это будет наша совместная пати, это будет British Council, как всегда, и диджей Френзик играет для Drum & Bass Community России и для British Council, и для вас, для всех. Давай еще один раз уточним, а как писать правильно? 3W, клик, UK, да, клик, UK, одно слово. То есть кликните UK, UK это United Kingdom. Клик UK, одно слово, .ru. Там очень красивые женщины, мужчины, кому как по вкусу, они являются проводниками сайта, то есть по сайту. То есть человек, зашедший на сайт, выбирает себе персону. Но можно просто сказать, что Click UK — это портал о молодежной культуре в Великобритании. Точно. Так что вот так, зайдите, посмотрите, очень-очень-очень прикольно. Там один из героев, фанат Drum & Bass. Он сразу находится на этом сайте в наушниках. Вот, очень-очень интересный парень. Он строит глазки, я смотрю. Да-да-да. Вот мы прямо сейчас находимся в этом сайте. Вход на акцию с диджеем Френзиком будет стоить с флайером 150 рублей без 200. Как правильно, все это будет в воскресенье в Бармалее. Закончится вечеринка в час ночи, а начнется в 17.00. Флайер вы обязательно тоже в скором времени получите. Ну, а пока слушаем Vector Burn. Thank you.
Ну что ж, хочется сказать, что в Новой Зеландии драм-н-бейс процветает, а также он по-прежнему процветает и в России, как вы знаете. Количествами акций, которые сейчас будут происходить, вы просто будете все поражены широтою размаха, как говорил Ильф и Петров. И также хочется вам предложить то, что парни, которые делают в России музыку, они тоже не дремлят. Наш очень хороший друг, которого зовут Леха Ужас, он принес сюда новый трек, который называется «Первый день весны», как это ни странно. Название было придумано буквально минуту назад. Давайте с вами послушаем.
Лехи Ужаса, которая называлась «Первый день весны», если будет так угодно, она так называется. Вот, ну что... Хорошая очень композиция. Я думаю, что ну, нужно, чтобы чаще этот парень появлялся у нас в программе и приносил как можно более свежие свои работы. Огромное ему спасибо за эту вещь. Ну что ж, осталась, наверное, только одна вещь. Это сказать вам всем до свидания. Даже больше сказать, попрощаться, наверное, с вами до завтрашнего дня. И сказать о том, что всех завтра самых-самых... больших ценителей, красивых людей, которые хотят услышать красивую музыку. Тем, кому больше 18, мы ждем завтра на открытие новой эры вечеринок в Москве. И вообще, действительно, в России. На вечеринке «Новая пропаганда». Мы с вами увидимся завтра в клубе «Гараж». Для тех, кто не знает, где находится «Гараж», это метро Пушкинская, Тверская, 16/2, строение 2. Это клуб находится в помещении прямо в доме «Московские новости». Да, я хочу сказать, чтобы люди не пугались. Кто еще ни разу не был в «Гараже», но очень хочет туда и уверен, что попадет, чтобы они не пугались адреса настолько сложного. 16/2, строение 2, да еще и Тверская. На самом деле, помещение клуба очень хорошо видно, потому что там огромная железная дверь, и над дверью висит... Висит большое название, которое называется «Пушка». Висит большое. Да. Вот, и, в общем, вечеринка начинается завтра 12 часов. Что-то висит, короче. В 12 часов начинается акция. Дэнни Бёрд начнет где-то играть в районе 2 часов, полтретьего, да? Да, в районе 2 часов, полтретьего. Это будет 1,5-2 часа уникальных просто пластинок. Потому что, вы знаете, «Хоспитал» очень продуктивный. Единственное, что в продажу попадает очень мало, потому что материал очень ценный. Поэтому завтра, кстати, я еще хотел добавить, что вход в этот клуб бесплатный, абсолютно никаких там клубных карт нет. По клубным картам тоже вход, но тот человек, который у нас будет, свой человек стоит на фейс-контроле, который будет приглашать самых...